Здравствуйте, уважаемые польские зрители. Меня зовут Евгения Крамарова. Я москвичка, родом из Москвы, из России. Я пострадала от специальных воздействий. Начались они в 2001 году. Значит, я обратилась в полицию. Ну, тогда она называлась милицией. И я с письменным заявлением обратилась, потому что я почувствовала очень сильные вибрации и звон в ушах. И так как я радиоинженер, то я обратилась в полицию и в службы стандарта, санэпидемстанцию, для того, чтобы они провели замеры в моей квартире. Оказалось, что это действие было признано криминальным и психиатрической агрессией. Потому что у нас считается, что люди, которые хотят комфорта в своей квартире, они признаются диссидентами. Вот в современной России с начала 2000-х годов. И после того, как я в 2001 году в несколько таких официальных инстанций обратилась, то я через 4-5 месяцев попала в психиатрическую клинику, где мне был поставлен диагноз маниакально-депрессивный психоз. Я пробыла там 3 месяца, и врачи, которые не имеют абсолютно диплома физиков, радиоинженеров, ну, таких дипломов, как мой, например, Московской академии телекоммуникаций, не имеют моего опыта работы в исследовательском институте, который занимался, например, телевидением и спутниками связи. Вот эти люди посмели поставить диагноз радиоинженеру и упорно утверждали, что я сошла с ума. Хотя все, что я просила, я не бегала ни за кем, естественно, с топором. Все, что я просила, это просто поставить аппаратуру в моей квартире и провести замеры, обычные замеры частной квартиры, не военного завода, частной квартиры. Значит, после того, как я вышла из больницы, у меня было такое впечатление, что мне стало плохо, у меня начались сердечные спазмы. У меня было состояние такое, даже не полусумасшествие, а какое-то полубредовое состояние, полуобморочное. Потом вдруг все прекратилось на пару месяцев, а потом началось опять весной 2002 года. Вот эти явления усилились. Я снова написала в милицию, причем я писала не только в милицию Москвы. Я снова начала обращаться в полицию Москвы. Я обратилась в такую специальную организацию, которая занимается вопросами, ну, поимки технологических, там, пиратов, киберпреступников. Я обратилась вот в эту организацию, в эту технологическую полицию. Написала заявление. Оказалось, что они тоже не очень приветствуют, когда граждане к ним обращаются. Вот обычные москвичи. Не военные, ну просто обычные москвичи, которые работали последние 20 лет в бизнесе. Вот, и я снова попала в психиатрическую клинику. Причем меня вызвали хитростью в полицию и буквально взяли как какого-то преступника. Это все было из-за того, что просто я с заявлением, как обычная гражданка, пришла туда. Значит, меня отправили на месяц. Потом я позвонила нашей очень известной, ныне покойной правозащитнице Валерии Новодворской. И, видимо, это смутило психиатров. Кстати, диагноз второй раз, когда я попала в больницу, был изменен. С маниакально-депрессивного психоза мне переквалифицировали диагноз на параноидальную шизофрению. Что, как мне сказал профессор психиатрии, находится в разных, ну, как бы шкалах психиатрической, вот шкала. Это разные стороны психиатрических диагнозов. Но, несмотря на это, второй диагноз был именно такой. Кроме того, меня спросили, слышу ли я голоса, а так как я сказала, что да, я слышу голоса в голове, то мне сказали, что вот это является параноидальной шизофренией. Вот, и значит, опять-таки, вот то, что я попросила помощи нашей известной правозащитницы Валерии Ильиничны Новодворской, то, что позволило мне уже через месяц выйти из психиатрической клиники, потому что врачи сказали, что если я не хочу лечиться, то я имею право не лечиться.
Я стала посещать Сахаровский центр, стала посещать наших известных правозащитников, экологов и собирать сама материал, информацию о том, что происходит. Мне это позволило сделать то, что я имею квалификацию радиоинженера, как я говорила раньше. Значит, я поняла, как сработана эта система, которая является просто работой с внутренним ухом человека. Когда человек как бы слышит внутренний голос, это как бы фокусировка сигнала вот на внутреннем ухе. Та же самая, как и звон в ушах. То есть это все явления непростые, но, в общем, понятные с физической точки зрения. Так устроена человеческая голова. Несмотря на это, значит, никто до сих пор, сколько лет не прошло, до сих пор не хочет ни проводить замеры, потому что я не единственный человек, пострадавший в Москве в эти годы. После прихода нынешних властей явления криминала резко усилились, потому что нынешние власти почему-то перестали придавать значение тому, что граждане страдают от криминала, от каких-то... Видимо, это бандитские выступления, но они приобрели, по-моему, совершенно системный характер. Совершенно системный характер последние 15 лет. Все. Да, что в твоей голове случилось? Да, да. Значит, в 2001 году я начала испытывать ощущение такой вибрации. У меня было такое ощущение, когда я лежала на кровати, это началось где-то в январе 2001 года, что меня как будто трясет вибрациями, как будто рядом работает какой-то отбойный молоток. Вот, и я подумала, что это соседи включают какую-то энергетическую установку, которая, может быть, транслирует, знаете, вибрационное. Потом мне сказали, что это называется виброакустическим оружием. Кроме того, так как район, в котором я живу, там много военных, то мне намекнули в полиции частным образом. Они не хотели связываться с этими людьми, потому что те, видимо, очень влиятельны. Они сказали, что, видимо, это утечка военной техники. И эта военная техника позволяет людям вот так себя вести. Кроме того, у нас были много случаев того, что у людей уничтожали, у них крали квартиры, у них крали деньги, у них крали документы. И все это делалось с помощью вот подобной так называемой нелетальной техники. Впоследствии я была на нескольких конференциях на Западе, которые как раз упоминали о том, что в последние 20-25 лет полицейские силы и военные используют вот такую нелетальную технику. И я предполагаю, что очень влиятельные и близкие к военным или полиции люди с криминальными, явно с криминальными мозгами, когда нет вот правовой защиты простых граждан, они просто используют, они злоупотребляют использованием вот такой специальной техники для того, чтобы там наживаться, для того, чтобы обогащаться. Еще такой вопрос. Как думаешь, сколько людей в России, может быть таким синдромом, да? Да. Значит, я с 2002 года сотрудничаю с Московской экологической организацией, Московский комитет экологии жилища. И там много людей, которые мы называем себя экологами, потому что это связано с условиями жизни. Ну, например, хотя бы только в Москве. Я считаю, что несколько тысяч людей только в Москве пострадало. Причем это как бы маскируется разным способом. Кому-то говорят, что это по национальному признаку, иногда антисемитизм и ксенофобия. Кому-то говорят, что из-за того, что они там были диссидентами в советское время. На самом деле, я думаю, что общая основа таких вещей просто грязно-криминальная.
Вот. И эти группы, они как бы разделяются для того, чтобы, знаете, разделять и властвовать. Вот. Очень жаль, что власти совершенно не придают значения. И очень много людей, которые попадают в лапы тоталитарных сект. Тоталитарные секты вот в России сейчас последние годы, ну, приобрели совершенно глобальное значение. То есть системно. Они так работают, никого не стесняясь. Абсолютно. После того, как я собрала материал о том, что и как происходит, во всяком случае, в моей жизни, я попыталась обратиться в суд. Я написала заявление в прокуратуру и обратилась в суд, потому что я хотела представить, как дипломированный специалист, то есть человек с лицензией, с дипломом, я хотела представить материалы, чтобы доказать свою позицию. И мне сказали, что суд не принимает позицию радиоинженера, но принимает позицию психиатров, которые не имеют элементарного, ну, кроме школьного, никакого физического образования. То есть люди, которые по сути, как мне кажется, даже забыли, что такое закон Ома или закон Тена. Вольта и ампера. И вот моя, значит, дипломированная инженера, человека, который работал в институте, разрабатывавший спутники связи, телевидение, вот моя позиция современным российским законом совершенно не принимается, что меня, конечно, абсолютно шокирует. Пожалуйста, вот это мой диплом радиоинженера. Я закончила Московский институт связи, а вот мои оценки. Физика, математика практически отлично или хорошо. Так что, когда я делаю какие-то выводы и рассказываю о том, что происходит, в общем, я, как дипломированный специалист, имею право на квалифицированное мнение. Спасибо. Евгения Крамарова, Москва, Россия.